Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс. Мы на аккаунте Михалыч, и сегодня я решил пройти по полицейскому участку. И да, я хочу открыть сегодня самые крутые ящики. Мне не хватает совсем немножечко, то есть у меня есть две карточки инспектора, три карточки инспектора, не хватает еще две, но у меня есть куча других карт. Я думаю, что они мне помогут. Вот такой вот экипировочный сет у меня, конечно же, у меня вот здесь еще два с этика брони. Я выезжаю сразу же в полицейский участок и попробую там, как говорится, навести шороха. Моя сегодняшняя цель — выбить карту инспектора. Я думаю, что мы это сумеем. Первым делом я решился очистить, конечно же, мне предстоящий путь, для того, чтобы обязательно у меня было все в топе. Обязательно нужно всех зомбиков очистить и начать проходить волны. Ведь именно в волнах заложены самые топовые карточки. Нигде больше не выбьешь ни капитанскую. Ну, может быть, вам повезет лейтенантскую вальнуть. Но, ребят, сразу же напишите в комментариях, удавалось ли вам просто вот так вот, без прохождения волн, получить карточку. Любую, кроме, как она там называется, это сержантская. То есть, все разы я проходил, мне один раз лейтенантская упала. И все, за все разы. Поэтому, ну и кстати, всем, кто проходит, конечно же, волны, обязательно сначала зачистить весь полицейский участок, ну, практически весь. Тех зомби, которые максимально, конечно же, прилегают к вашему вот этому, вот этой стенке, где вы будете все проходить, потому что будет очень и очень таки плохо. Я на месте, сейчас мы просто начнем проходить волны. Я думаю, что миниганчик вначале нам поможет. Наверное, лучше всего было бы, конечно, выменять все сразу, чтобы определиться, сколько нам нужно капитанских карт, потому что потому можно, конечно, запутаться и немножечко лишних навоевать. А у меня сейчас как бы огнестрел на вес золота. Меняем все как положено. Меняем также на капитанские. Ну и судя по всему, мне нужно 4 капитанских карты. Я думаю, что это, конечно, миссия выполнима. Потому что по-другому, ну, 4 капитанских. Всего лишь навсего. Надеюсь, что мне сегодня повезет. И капитанские карты прям сами мне в руки ломанутся. Проходить я буду первые 5 волн там миниганом. Ну, может быть, там где-то подстреливать еще чем-то. Но нужно как максимально, как минимум, сэкономить максимальное количество брони. Броня у меня сейчас на вес золота. Аптечки. Опа, лейтенантка, это очень хорошо. То есть у нас все в топе. То, что у нас, конечно, такое упало. Хорошечно. Ну и дробовик, до свидания. В принципе, все идет по плану. По очень хорошему плану. Так как... на. И сразу отъехали. Не забывайте, что бугай очень сильно кусается. Если вы еще и без брони, то это дабл демаг. Там просто жесть. Он больше 30-ки. По-моему, 30 выбивает как раз. Да-да-да, ребят, очень опасно как-то. Как-то, блин, очень серьезно я отнесся к этому. Или, можно сказать, такие несерьезно. Ну, в принципе, я видел ребят, даже которые проходят... Ой, как мне повезло. Это какой? Это 5-я волна, и это абсолютный рекорд. На 5-й волне я получил карточку капитана. Очень и очень редкая штука. 30 урона, вы видите, бугай просто заваливает. Наваливает, заваливает. Просто серьезные уроны там вылетают. Такие, что жесть. На, бугая, убили. И уже начало все проще быть. Маловато падает. Но, в принципе, меня все устраивает. Сейчас у меня уже еще одна лейтенантка. Это, в принципе, две капитанских карты. Я думаю, что это возможно. Миссия сегодня у нас выполнима. Хотя бугаи вот эти, которые тут пришли. О-о-о-о. И аптечек у меня не так уж много, чтобы так выхиливать все. Интересно, если экономить все, то обязательно когда-то что-то закончится. Но у меня огнестрела побольше, чем всего остального. Поэтому сейчас выезжаем за счет количества огнестрельчика.
От чего, ребят, не знаю, но подлагало разрыв соединения и все остальное, не знаю. Не знаю, но надеюсь, что, конечно же, это все временно. Давайте, наверное, все-таки оденемся от греха подальше. Все может быть очень и очень печально. Минигашка мы выстрелили. Еще с дробовика сейчас гасану я, как говорится, по всем. Массово сейчас вальнем. Держите. И глоченыш. Нормально, нереально. Сейчас отстреливаем всех противников. По чуть-чуть, помаленечку, по, как говорится, по-серьезному отстреливаемся. Не знаю, может быть, даже пропустить что-то. Хотя потом будут говорить, что капитанский. Хотя, если бы хотел, то и сразу бы побольше их взял всех. Ну, вот так вот красиво у нас все происходит. Я попробую, наверное, конечно, несколько волн таки пройти в офлайн, чтобы видео у нас не получилось очень-очень большим. Хотя я думаю, что можно один вот такой вот видосик. Ну, в принципе, за отдельный лайкосик. Хорош, они там отваливаются. Смотрите, насколько сразу же уменьшается урон. Это 12 вместо 30. Поэтому броню вообще иметь всегда хорошо. На, ты что такой дерзкий? В принципе, вот эти все модули, которые у меня имеются на огнестрелах, очень сильно упрощают вот это все дело здешнее. Ну вот, мне остается два ровно там по подсчетам капитанки, две капитанские. Если я еще раз обменяю, в принципе, можно набрать побольше оружия и рынуться в бой. Надеюсь, что все-таки волна, к волне все-таки 30 это все получится. Но если нет, то будем очень долго мучиться. Броня сразу покраснела. Это очень печально. Ага. Толстяки, блин, они бугаи вообще такие коварные. У меня мало дробовиков. Во-первых, нужно, наверное, открывать ящики. Хватит копить. На, отлично. Сразу же собираю. Говорят, что сразу собирать будет меньше лагать, во-первых. И во-вторых, ой, хорош, как мне везет. Это 10-я волна и две капитанских карты. Видать, где-то очень удачливо я зашел сюда. Именно время, как говорится, я очутился в то время, в том месте. Поэтому давайте все-таки, я думаю, что сейчас я обменяю. У меня получится одна, не всего лишь одна капитанская нужна. Всего лишь навсего за одной капитанской. И даже если бы она не выпадет, я все-таки выфармлю ее, да? Идите сюда, товарищи. Дайте совместное фото. Кстати, нужно было бы кувырочек сделать. Кувырочек — это довольно-таки хорошая штука в плане того, что неплохо она спасает в самых-самых таких уже, понятно, самых-самых местах, когда ты понимаешь, что ни другого выхода нет, по кувырок и все. Просто изи. Это самый успешный пока что у меня, я не знаю, шанс прохождения вот этих волн. Успешнее этого ни разу еще не было. На, я тебя прям с колена снял. Потому что, ну, у меня рекорд был, конечно, там 11-я волна. 11-я волна. Да ладно, еще раз подлагала игра. Может быть, это и связано что-то с вот этим вот подлагом? То, что игра подлагивает, мне тут удачно сыпет. Ну ладно, не знаю, проверим. Подлагала еще раз, может быть, еще одна капитанка. Я, если честно, не против. Но вот это вот соединение с сервером, что за фигня, не знаю, не знаю. Ну, вроде бы все более-менее топ. У меня, кстати, лейтенантский нападало немного. Ну, я думаю, что даже оденемся в военку, несмотря ни на что. Просто-напросто, ребят, я понимаю, что близится это все к концу. Всего лишь до 12-я волна. Но у меня все так хорошо идет, что я прям вот очень сильно доволен. Даже кувырочек не выставляю. Сейчас, наверное, мы все-таки выставим кувырок. Это, ну, береженого Бог бережет. Нужно быстрее это все сделать. Отлично, ну-ка. Может быть, и правда из-за того, что собираешь каждую волну, получше все падает. Потому что я постоянно такую кишло собирал. Куча трупов. И в этих трупах, конечно, потом ковырялся. Давайте от греха подальше вот так вот кувырочек сделаем. Кувырочек, кувырок. Ведь ты пробовал, дружок.
И в то время, когда уже безвыходная ситуация, просто-напросто кувырочек делать, и все у нас в топе будет. 99 волн теперь, я думаю, для нас не проблема. Ну, может быть, конечно же, ошибки всегда бывают. Но я думаю, что от ошибок никто не застрахован, и мы на ошибках только учимся на своих. Держите. Что здесь нам? Ничего. Ничего. УЗИ. Почему бы нет? Я думаю, что УЗИ даже будет получше Глока. У нас все пока что в топе. Пока что 14-я волна. 14-я минута приблизительно. На! Отлично. Вот этот вот ор очень печально, обидно может завершиться. Я побоялся передамажить, потому что слегка мог переключиться на другую цель, и это было бы совсем печально. Давайте подумаем, если сейчас нам будет самый плохой вариант, то есть нам нужно 90 вот этих карт, это самый плохой вариант, если вообще не будут сыпаться ни лейтенантки, ни капитанки. Ну, а если все идеально, то это будет круто. Выбил, как выбить вообще карточки вот так вот быстро. Это секрет, которого, наверное, тупо никто не знает ответа на этот секрет. Потому что это истинный фарт. Это тупо так должно повести, чтобы все это выпало. Чтобы вот так вот все схлестнулось. Тупо капитанские карточки на 10-й волне сразу две. Это просто было бы круто всем ребятам, которые... Пошел, 10 волн отформил, 2 капитанки получил. Я думаю, это просто топ. Это, я бы от этого, ну, думаю, никто бы не отказался. Поэтому вот это что случилось со мной, хотелось бы, чтобы случилось с каждым из вас. На 10-й волне. Можно, конечно, отписаться. Какой у вас личный рекорд? Если сейчас не упадет ничего. О, лейтенанточка все-таки упала. Поэтому у нас уже там 80 вот этих карт нужно. То есть у нас остается 50. Всего лишь полтишок. Ну, я думаю, что может все закончиться совсем-совсем раньше. Просто-напросто, если у нас красиво все попадется. Кстати, может быть, спросите, почему я не прохожу гранатами, почему тем. Ребят, реально, все закончилось. Потому что начал лениться. Не прохожу за талоны. Конечно же, там... Бункер Альфа для меня уже как бы давно. Ой, хорош. Хорош. 18-я волна, 3 синьки. Прям не хочется уходить. Просто хочется еще больше и больше здесь сидеть. Я сколько оружия с собой взял. Это жесть. Я сколько планов наделал на это все. Итак, ну даже лишнее осталось. Я, то есть, здесь я задерживаться даже и не буду. Я открываю 5 инспекторских сейчас карточек. И надеюсь, что выпадет что-то очень вкусное. В принципе, давно думал за эту штуку. 5 инспекторских карт. Вообще, идея была как? Сразу со всех аккаунтов вот это все собрать. И открыть сразу 5, не знаю, 4 аккаунта. И сразу же получается сколько? 20 инспекторских карт. Это просто жесть бы была, но я думаю, что в другой раз, вдруг по любасу вот это все должно произойти. Я специально вот сейчас здесь лутаюсь, для того, чтобы сделать вот так вот красиво. Кстати, подкрепиться никогда не будет лишним. И активирую 5 инспекторских карт. И 5 инспекторских карт обязательно сейчас... Блин, как уже давно этого не делал. У меня оружия очень мало. Будет, кстати, вот это все... Огнестрельчика у меня очень маловато. Чекаем первый. Бац. Ну и длинный глушитель. Полностью заглушит все выстрелы ваши. Калаш, кстати, для бункера Браво. Все это, что у меня выпадет, очень кстати. Поэтому, ребята, я доволен на все деньги, что мне выпадает вот такая вот штука. Аптечки тоже, кстати, начали хромать. Все начало хромать. Бабах, следующий сразу прицел X5. Эмочки и глоки. Но этого у меня еще имеется, даже несмотря на то, что там
Все так начало подкуливать, все начало лагать, все начало очень сильно тратиться, потому что, ну, экономии совсем никакой. Ну, глоки, глоки, глоки. А, кстати, перестал рейдить на этом аккаунте, и сразу все пошло на смарку. Печалька обидная. Нужно, наверное, возвращаться к рейдам. Рейды — это основа огнестрела, которая может быть. Кстати, что здесь вообще? Прицел X8, борода какая-то. Дальше опять тактический прикол. Вообще не понимаю, зачем фиолетовый на вот этот винчестер. Вот то, что три калаша здесь упало, это очень кстати мне сейчас. И последний облегченное цевье. Нет, активки не падают. Ребята тоже спрашивают: Михалыч, тебе падают активки? Тебе падает хорошее что-то? Да, ребят, я отвечу сейчас вам полной уверенностью, что падать перестало. Все хорошее падать вообще перестало. Почему, не знаю. Хотелось бы, да, в некоторых ситуациях, чтобы упало что-то хорошее, например, с активок. Но мне за последние, не знаю, сколько это было открытий, активки вообще не сыпанули. Поэтому вот такая вот печальная статистика. Ну, надеюсь, вам понравился этот видосик. Я с вами открыл все инспекторские карты. Надеюсь, что заслуженно вы поставите свой лайк. Подпишитесь на канал. Конечно же, напишите комментарий. Ребят, вам всем спасибо за то, что вы есть. Потому что не было бы вас, не было, конечно, бы канала, не было бы меня. Ну, на Ютубе. И, конечно же, ребят, удачи всем. Пишите комментарии, что именно и как вам выпадали вообще инспекторские карты здесь, как вы их часто фармите. Ну, а я только могу пожелать вам удачи и надеюсь, что мы встретимся. Не надеюсь, а обязательно должны мы встретиться уже в следующих видео.